В этом году, согласно постановлению правительства, ранее эксплуатируемые Узбекистаном 12 объектов полностью перешли в госсобственность Кыргызстана. Среди них 6 зданий, находящихся в селе Кайтпас Кадамжайского района. Все эти здания были отремонтированы и переданы для нужд аильных округов. С подробностями Усен Кульбаев. В селе Кайтпас проживает порядка 3000 человек. В отдаленном населенном пункте не было детского сада, дома культуры, спортивного зала. В этом году правительство возвратило в госсобственность ряд объектов, ранее используемых Узбекистаном. Среди них 6 больших зданий. Нам выделили здание для детского сада, отремонтировали кровлю, помогли приобрести инвентарь. Здесь 2 села расположены рядом, но не было детского сада. Скоро у нас новоселье. Детсад рассчитан на 100 мест. Не было в селе Кайтпас и административного здания. Главе села приходилось кочевать по различным помещениям. Теперь у него есть свое постоянное место, а в селе ряд необходимых социальных объектов. Раньше эти здания использовал Узбекистан. После разрешения пограничных вопросов все они перешли к кыргызской стороне. В связи с этим на местах решили сразу ряд социальных проблем. Государство помогает, чем может. С ремонтом зданий помогли международные организации. Теперь в приграничном селе самые маленькие граждане будут получать надлежащее воспитание. Усен Кульбаев, Медарния Залиев, Общественный первый канал, Баткен.